Друзья, всем привет! Сегодня пришла очередная посылка. Это вот такой вот высотомер или глубиномер. То есть он измеряет и высоту, и глубину. Заказывал с Алиэкспресса, шло порядка 2 недель. Пришло вот в таком блистере. Был завернут в пупырку, ни инструкции, ничего не было. Просто вот здесь написано все на английском. Как видите, все показывает здесь. Измерение до 80 мм. Батарейка здесь стоит вот такая. На 3 вольта. Вот. Что он представляет из себя? Вот такой вот аппарат. Как видите, если его двигаешь, то все, он начинает срабатывать. Вот. Также на нем находятся 4 кнопочки. Сейчас я вам покажу. Как видите, on, off, это включение-выключение. Потом настройки, это в миллиметрах, и еще. В чем точно не знаю, zero, это то есть обнуление. И hold, это память. Вот. Сейчас для чего я покупал? Буду измерять с помощью него вылет фрезы на фрезерном станке. И также буду измерять вылет диска на круглопильном станке. И также еще на обратной стороне вот здесь есть щуп. Как видите, он вытаскивается, устанавливается. И уже потом все, теперь мы можем мерить глубину. Выставляем на 0. Сбрасываем, к примеру. И идет глубина. Как видите, сейчас мы немного отлучимся и попробуем этот прибор проверить на фрезерном столе. Итак, друзья, нам нужно, допустим, вот здесь сделать вылет фрезы 30 миллиметров. Как мы это будем делать? Берем наш высотомер и делаем 0, то есть опускаем вниз до конца, нажимаем zero, обнуление. Обнулили, все. Теперь вот так прижимаем. Видим, что у нас 22. И начинаем поднимать фрезу. Вот как видим, выставили мы 27 миллиметров фрезу. Вот. Также что еще можно сделать с помощью этой приблуды. Итак, друзья, допустим, в этой дощечке нам нужно выбрать паз. Мы знаем, что вот отсюда, от начала, и вот отсюда, допустим, у нас будет 20 миллиметров. Следовательно, вот от этой грани, от фрезы, вот здесь у нас фреза. То есть от этого начала фрезы до параллельного упора должно быть 20 миллиметров. Как мы это делаем? Итак, как мы настраиваем фрезу? Ложим наш глубиномер. Выставляем 0. Вот. И теперь двигаем. Упираем фрезу. И пока у нас не появится 20 миллиметров. Вот как видим, 20 миллиметров у нас. То есть закрепляем наш упор, берем доску и проходим. И у нас вот эта сторона фрезы будет ровно вот по этой стороне. Вот такая вот приспособа очень-очень помогает при работе на фрезерном столе. Также бы еще хотелось рассказать, как эту приспособу использовать на круглопильном станке. Так, друзья, как работает эта приспособа на круглопильном станке? Допустим, нам нужно сделать вылет диска 1 сантиметр. Что мы для этого делаем? Мы опять же берем, обнуляем,
Нажимаем Zero. Все, и начинаем поднимать диск. Вот, допустим, мы выставили 10 миллиметров высоту диска и проверяем. Как видите, он упирается. 10,4. Прокручиваем диск. То есть меряем высоту. Вот. 10,23. Вот эти 23 сотые, допустим, для меня они сильную роль не играют. Если для кого-то больше они роль играют, то тогда нужно опять по новой найти середину диска и вот здесь. И опять обнулить и то же самое сделать по новой, поднять. И так вывести на ноль. Ну, я думаю, всем принцип понятен работы. Еще бы хотелось бы показать, как работает глубиномер. Итак, друзья, как работает глубиномер? На обратной стороне, как вы видели, вот в этих пазах держится вот такой шпиндель. Крепится он вот сюда. Закрепляем. И все, в принципе, глубиномер готов. Как он работает? Берем ровную поверхность, обнуляем. И, допустим, нам нужно узнать глубину паза. Вот этого. И начинаем опускать. Вот. Как видите, 8 миллиметров глубина паза. Вот по такому принципу работает глубиномер. Также еще хотелось бы сказать, если где-то вы будете использовать на металлической поверхности, вам также помогут магнитики. Они установлены вот здесь, в обоих ножках. То есть, если к металлической поверхности примагничивается, не нужно держать уже вот так рукой, когда вы будете что-то замерять. Вот. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Думаю, каждому будет полезная такая штукенция в своей мастерской. Ссылочку скину под видео. Посмотрите. Кому понравится, можете купить. На этом всем пока. Всем до свидания.